Ну вот, нафоткала. Теперь фотографии все пропадут, и телефон, наверное, сломается. Что теперь делать? Мой новый телефон. Не плачь, не плачь, мы что-нибудь придумаем. А то я сейчас тоже заплачу. Не могу смотреть, когда кто-то плачет. Алло, алло, девочки, ну что, долго вас еще ждать? Да, ледяная вода уже готова. А еще малышка или питомец очень ждет своего появления. Ну, девочки, ну быстрее. Так, ну вроде все готово. Купальники взяли, водичку взяли. Пойдем в бассейн. Сегодня особенно ледяная вода для нас. Это просто здорово. Девочки, ледяная вода – это еще что? У нас будет новый питомец, либо малыш. Сейчас искупаемся и обязательно его откроем. О, я сначала еще в солярий схожу. Ой, ну вот, наконец-то все явились, не запылились. Девочки, быстрее в переодевалку и в бассейн. Ой, а как же, в переодевалке наш новый сюрприз. Девочки, давайте его посадим у бассейна, чтобы за ним приглядывать, мало ли что. Ну вот, малышка, малыш или питомец. Вот это сюрприз. Сиди здесь, никуда не уходи, мы очень скоро. Ай, девочки, водичка сегодня и правда ледяная-ледяная-ледянущая. Мы сейчас как цвета все поменяем, как поменяем. Быстрее в переодевалку. Купальник здесь, вода здесь. Ну все, я первая. Ну вот, девочки, я готова. Кто следующая? Ух ты, Вероника, у тебя новый купальник. Какой здоровский. А посмотри, я купила себе новый лолофон. Последняя модель. Хочешь, покажу? Новый лолофон? Ничего себе! Какой он крутой! Сфоткаешь меня сегодня в бассейне? Конечно, Вероника, я его для этого и взяла. А я и так уже в купальнике, поэтому пойду позагораю немножко перед бассейном. Ну, а я переодевалка. Девочки, я все, кто следующая? Ай, ну что, девочки, вы все готовы? Я уже назагоралась. Пойдемте купаться. Не-не-не, 5 минуточек, я еще осталась. Девочки, ну что, вперед! Нам я первая! Ой, стой так, смотри, какой удачный кадр. Я тебя сейчас сфотографирую. Поберегись! Девочки, посмотрите, я вас сейчас фотографирую, вы такие смешные! И меня сфотографируй, как я с горки еду! Ой, и цвет меняю! Смотри, смотри на мои ножки! Ай, ныряю! Быстрее, быстрее фотографируй, пока у меня цветочек вокруг глазика! Внимание, девочки, улыбаемся! Чиз, сосиски! Эй, давайте все вместе сфоткаемся! Ух ты, смотрите, какие у меня веснушки. О, и на ножках какие штучки появились. Ух ты. Сфоткай, сфоткай, что у меня сейчас произойдет. О, ух ты, смотрите. Какая я стала красивая. О, ух ты, какие у меня рисунки появились прикольные. Фоткай, фоткай быстрей. Ах, вот вы где все. И я хочу с вами. Ух ты, смотрите, смотрите, что со мной произошло. Ух ты. А что произойдет у меня с головой? О, мои волосы стали розовые, розовые-прирозовые. Ух ты, как прикольно. Я так люблю купаться в холодной воде, а сегодня она особенно ледяная. Ух ты, девочки, вы все такие крутые, когда цвет меняете. Я прям не успеваю вас всех фоткать, посмотрите. И такие смешные, когда в воде стоите. Смотрите, как будто у тебя шеи нет. И у тебя. Интересно, а я буду цвет менять? Ребята, как вы думаете? Что, нырнуть? Давайте я занырну. Ну что, раз, два, три. На меня в ледяной воде посмотри. Стой, стой, ты куда? У тебя же телефон в руке. Оставь телефон, утопишь. Утопила телефончик. Мало того, что я ничего не меняю, так еще и новый лолофончик утопила. Девочки, девочки, помогайте. Ну вот, нафоткала. Теперь фотографии все пропадут. И телефон, наверное, сломается.
Ну, сохни, сохни быстрее. Ой-ой-ой, такие фотографии пропали. Что теперь делать? Мой новый телефон. Девочки, у вас нет знакомых, кто чинит телефоны? Что мне мама скажет? Не плачь, не плачь, мы что-нибудь придумаем. А то я сейчас тоже заплачу. Не могу смотреть, когда кто-то плачет. Давай он это, на солнышке сейчас быстренько просохнет. Может и будет работать. А мы пока новиночку нашу откроем. А? Ну что, не расстраивайся, давай, давай попробуем. Высохнет и может все будет в порядке. Не расстраивайся заранее. Да? Ты думаешь высохнет? Ну так-то он ведь новый, последняя модель. Написано, что воды практически не боится. Но не так, чтобы совсем прямо утонул. Ну ладно, посмотрим. Может и будет работать. Не буду больше плакать. Девочки, пойдемте открывать новиночку. Посмотрим, кто же там, питомец или малышка? Или малыш? Ребята, а вы как думаете, кто нам попадется? Давайте, загадывайте в комментариях, а потом посмотрим, кто правильно угадал. Эй, девочки, всех подождите, всех, открывайте, не пошли. Да-да, фу, на воды наглоталась. Я тоже хочу посмотреть, кто там попадется. Ну что, друзья, девочки и мальчики, вот такая у нас маленькая капсулка Low Surprise Lils. В ней может попасться либо малышка Lil Sisters, либо питомец. Вот такая интересная капсула из серии Makeover Inbox Me. Ну что, давайте ее откроем, раз он так хочет. На которой написано Snow Off. Что бы это значило? Нет снега? Выключен снег? От снега? Что-то интересное. Что там у нас такое без снега? Снега у нас и правда уже нет. У нас на дворе весна. Скоро будет тепло. Скоро наступит лето. Ребята, вы... какое время года вы больше всего любите? Лето, осень, может кто-то любит зиму, лепить снеговиков. А кто-то может любить весну, когда только все расцветает, все становится зеленым. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях, нам очень интересно. Оп, открываем. Открываем, а здесь у нас вот такая волшебная блестящая лупа, которая превращает все в блестящее. Вот такая вот инструкция и много-много разных пакетиков. Такая вот коллекция. И будем открывать ручками. Упакованы. Так, раз, два, три. Три пакетика у нас получается. Давайте откроем самый маленький. Тоже в самом маленьком пакетике. Ух ты, а там такие прикольные очки, смотрите. Кто же у нас в таких круглых больших очках? Очень-очень интересно. Давайте откроем вот этот пакетик. Там, по-моему, какая-то сумочка. Ух ты, какая яркая, смотрите. Очень яркая сумочка, такая в клеточку. Так, и кто же у нас такой модный? Ну что ж, давайте откроем. Уже понятно, что это малыш, да? А не питомец. Так, как его открыть? А нет, здравствуйте, это питомец. Это не малыш. Я думала, сумочка и очки нужны только малышу. Или куколке. Оказывается, нет. Вот, посмотрите, вот этот питомец у нас. Вот в такой вот сумочке и вот с такими вот очками, представляете? Какой умный котенок сразу получился, да? Умный котенок в таких больших очках. И вот в такой вот сумочке. Ой, не хочет там стоять. Вот, ну что, посмотрим, кто же нам попался. Agent Poo. Агент Мурлыка. Агент Мурлыка, здорово. Или мурлыкающий агент нам попался. Он из блестящего клуба. Посмотрите, он у нас блестящий. И это ультраредкий питомец. Посмотрите, сердечко у него. И здесь сердечко. О-о-о. Агент Мурлыка, здорово. Я думаю, почему у него такие большие очки? А это чтобы лучше видеть все, что происходит. Ну что, отправляем нашего питомца нашим куколкам. Такого питомца у них еще не было. Ух ты, девочки, смотрите. У нас теперь есть свой спецагент. Надо познакомить его с Супер Биби. Агент Пу, добро пожаловать в наш город Олд Таун. Мы принимаем тебя на службу. Мяу. Ух
Ух ты, девочки, интересно, а наш агентик цвет меняет? А? Что, ребята, посмотрим? Давайте, мне так интересно. Пойдешь купаться? Мяу. Ух ты, смотрите, девочки, он стал похож на какого-то енотика. Или это просто спецагент такой, это у него форма. Обязательно пиджачок, бабочка и черные очки. Вот он наш агент. Здорово, давай еще раз искупай по. Мяу. Ну что ж, ребята, девочки и мальчики, вот такая вот история. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Дреналка Игрушки и смотрите новые мультики. Пока-пока! Вот такой вот у нас агент. О, девочки, а телефон работает! Ура! Я сейчас пойду домой и отправлю вам всем фотографии, которые я сегодня сделал. Здорово! Ставьте лайки, пока-пока! Пойду тоже посмотрю на нового агента. Ух ты, какой он симпатичный!